Привет всем! Ну, сейчас приехал ДПД курьер и привез мне паку. Я делала заказ Faberlic. И теперь поделюсь с вами, что я заказала. Сейчас как раз распечатаю. Быстренько. Вот такой паке приходит картонной. Все тут запечатано. Так, в кулечках все. Тоже с логотипом. Ну, Так, и что я тут заказала? Так, заказала я зубную пасту. Это зубная паста отбеливание Detox. Она как бы темная считается. Я ей еще всеми пользовалась, а этой нет еще. Но она такая серого цвета. Ой, о. Все видно было серого цвета. Осталось теперь, ну, я на руку. Запах такой, как мятный. Еще две зубные пасты. Это мои любимые. Они свежая мята. Две штуки заказала. Что было раньше, были они побольше. Сейчас тут сколько? 75 миллиграмм. А этой тоже 75. Вот, три зубные пасты заказала. Так, шампунь. Так, шампунь Black Detox Expert Faberlic. Для глубокого очищения волос и кожи головы. Это кристальное очищение, эффективно очищает волосы, является мягким эксфолиантом для кожи головы, снимает статическое электричество, придает волосам блеск и шелковистость. Он тоже, мне кажется, темного цвета. Я тоже это я первый раз заказала. Так, дальше я заказала гель для душа, роза и сандал. Да, сандал. А что такое сандал? Не знаю. Я даже. Ну, вот такой вот. Пенку для лица. Я уже как не могу без пенки для лица. Мне надо, уже моя кончается. И взяла айсюл попробовать. Эту тоже я не брала. Вот я все время Гардерика, моя самая любимая. Но сейчас попробую айсюл, пенка для умывания. Тут сколько? Тут 150 миллиграмм. Вот так. Вот дальше что у меня тут? Дезодорант, антидепрессант. Этим сейчас мои фавориты любимые. Этот я первый раз тоже попробовать взяла. Этот уже алоэ я пробовала. А это нежность хлопка. Этот как раз взяла новенький попробовать. Так, для полости рта взяла нежная малина. Я такими уже пользовалась. Мне очень нравится. Удобно куда-то взять с собой, в карман поставить или что. И когда неприятный запах, вот, и можно как раз воспользоваться. Я даже пользуюсь, когда у меня болит горло иногда. Тоже пшикну, и он такой приятный очень. Хорошо, что вот дозатор во. Тут, ой, такой дозатор во и пшикалка. Очень удобно даже с собой брать. Так, это для волос. Салон Каре. Восстанавливающий фильтр для поврежденных волос. Вот этот у меня самый любимый. Все перепробовал для волос эти эликсиры все. Ну, вот этот во, розовый он. Смарт кератин. Мой самый-самый любимый. Если что, вот кто не пробовал, обязательно попробуйте. Это самый классный. Его артикул даже вот скажу. Так, 82-64. Так что вот такой советую попробовать. Я думаю, вам понравится. И у меня даже, когда я осветляю волосы, и у меня начали ломаться волосы. Как начала этим пользоваться, у меня никакой ломкости нету вообще. После осветления как будто и не красилась. Волосы очень классные. Так, и тут я заказала мыло.
жидкое мыло, карамельная груша. Этот запах мне нравится, я уже брала. И самый любимый мой Дом Фаберлик. Косметика для уютного дома. Мыло для кухни. Устраняет запахи, цитрусовый аромат. Мне больше всего нравится цитрусовый покамесь и кофейный. Ну вот эти на кухню очень классные. Тоже советую вот попробовать. Так. Дальше тут у меня... Я уже забыла даже, что заказывала. А, я заказывала вот эти для обуви. Вот, сушилки для обуви. Тоже еще не заказывала. Вот, решила заказать, попробовать. Сейчас, как иногда, дождь, все, кроссовки. И вообще, я хочу попробовать их в машину. Когда окна потеют, вот иногда дождь идет или что, и впереди в машине, чтобы не потели окна, тоже вот такой поставить. Тут какой-то такой, ну, как в обувь, наверное, ставится, и там тоже такая вот. Ну, вот попробую в машину поставить тоже, чтобы она окна не потели. Может, будет хорошо. И как раз в обувь. Если будут нормальные, то еще закажу. Так. Тут еще у меня вот. Так, тут у меня я заказывала топ. Так, блузка без рукава для женщины. Цвет розовый, размер 44. Состав 98% полиэстер и 2% эластан. Вот такую я заказала блузочку себе топ. Мне по видео смотрела, очень понравились. Я сначала думала 46-й заказать. Ну, как юбку я заказала 46-й, она чуть-чуть большеватая. И решила эту тоже заказать 44-й на размер меньше. Ну, я думаю, будет как раз. Материал такой классненький. Он, если видно, такой, как елочка. Вот такая интересная. Он довольно... эластичный такой тянется. Ну, свет, конечно, не такой розовый очень, а такой бледно-розовый. Но все равно очень такая элегантная, красивая. Она как атласная такая, материал классный. Ее даже гладить не надо, так мне кажется. Ну, конечно, первый раз надо будет погладить, а потом она не такой мнющийся материал, мне кажется, будет. Ну, выглядит очень красиво. С юбкой плиссе у меня зеленого цвета. Вот как раз будет, я думаю, очень красиво. Я специально для той юбки и заказала этот. Этот недорогой. Вот. Ну, я думаю, будет как раз. Потом как раз померяю. Так что тут еще у меня новый каталог. Так. 2020 год. Начинается он с 27 апреля и до 17 мая. Вот так что тут. Кто не зарегистрировался, тоже регистрируйтесь. И с 27 апреля получаете под такой вот классный, замечательный подарок. Каталог очень большой, выбора очень много. И я скажу, даже дешевле, чем и в магазине. А товар очень качественный. Так что вот такое у меня все. Это мой заказ. Вот. Дальше я буду распределять здесь куда что. И как раз буду мерить. И все. Так что делайте тоже заказ. Фаберлик, не пожалеете. А кто не зарегистрировался, я оставлю внизу такой сайт, где вы нажимаете и сразу попадаете на регистрацию. Регистрируйтесь, смотрите, выбирайте и тоже покупайте. Всем пока, а я буду дальше смотреть тут.